Министр обороны России Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев открыли первую смену учебных сборов московских школьников в Центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» на базе парка «Патриот». Центр рассчитан на одновременное проживание и обучение 600 человек. Как рассказал глава округа Андрей Иванов, в «Авангарде» есть все условия для всестороннего развития ребят.